Всем здравствуйте! Сегодня мы в гостях у марки Bomberg. Этот бренд пришел в Россию буквально в прошлом году, но на сегодняшний день среди дизайнерских, среди бунтарских часов это, наверное, одна из самых интересных часовых марок. Эта марка, часы этой марки сделаны в Швейцарии, то есть это бренд, выпускающий часы Swissmade. Однако, в целом, бренд Bomberg, он скорее разрушает традиции швейцарского часового дела, скорее идет против этих традиций, чем следует им. Часы Bomberg – это не часы как таковые, это не классические часы, не часы на каждый день и на все случаи жизни, как многие другие марки, а скорее что-то предназначенное, некий аксессуар, предназначенный для людей, которые большую часть времени загнаны в строгие рамки дресс-кода, в строгие рамки стандартов бизнес-поведения, но внутри которых кипит там, и кипят детские совершенно эмоции, энергия жизни и так далее. И этим людям бренд Bomberg дает великолепную возможность выразить себя, выразить свои эмоции. Как я сказал, Bomberg в России появился в прошлом году и уже продается в достаточно большом количестве магазинов в Москве, и в ближайшее время появится в южных городах России. Чем интересен Bomberg? Тем, что все часы Bomberg – это не часы как таковые, это некий конструктор. Это одновременно и наручные часы, и мы можем отстегнуть эти часы с браслета и пристегнуть к цепочке, которая идет каждым часам. То есть каждые часы комплектуются цепочкой и могут превратиться вот в такого рода. Оп, с первого раза не получилось. Примерно как в том самом знаменитом фильме. Могут превратиться вот в такой подвес. Также с некоторыми моделями часов Bomberg идут не цепочки, а идут вот такие кожаные ремешки, которые тоже могут комбинироваться с часами. Плюс эти часы совершенно легко превращаются в настольные, потому что Bomberg предлагает, еще в прошлом году предложил вот такого рода гранату, по аналогии с нашим F1. То есть это тоже наручные часы, которые могут превратиться вот в такой настольный аксессуар. Хороший подарок для кого-то, кто интересуется часами, интересуется подобной темой. А в этом году, помимо гранаты, которая оказалась очень популярной, в качестве настольных аксессуаров появилось еще два варианта. Это череп. Череп – одна из важнейших тем для Bomberg. Он использует тему черепа и тема мексиканского дня смерти. Мексиканского праздника для Дня Смерти, использованного в огромном количестве моделей Bomberg. Ну и вот то же самое. Мы можем эти часы использовать и как настольные, и как наручные. Вот с этим самым кожаным ремешком, который я показывал чуть раньше. Таким образом. Помимо этого, среди настольных аксессуаров появилась еще одна интереснейшая тема. В этом году тема турбины. Это такое настольное приспособление, куда можно переставить все те же самые часы. Ну, а если станет совсем скучно и хочется куда-то применить руки, есть чем поиграться. Также из интересных моделей, собственно, часов в этом году вышло, пожалуй, две. Первое, лично мне очень понравился вот такой вот замечательный человечек. Здесь на камере, наверное, не видно, потом покажем покрупнее. Когда часы наклоняешь из стороны в сторону, то глаза у этого замечательного человечка, они тоже там поворачиваются вверх и вниз. То есть такой черепушка, которая еще и подмигивает тебе. Вот. Ну, кстати, любой аксессуар от Bomberg, он сделан так очень хорошо, очень интересно, достаточно продуманная вещь. Второе направление, которое интересно, опять же, в этом году, которое уже показало там большую востребованность у публики, это так называемая шотландская серия, так ее назовем. То есть три цветовых решения, трое часов, выполненных из шотландской ткани, то есть с традиционными шотландскими рисунками. В России, как я сказал, марка Bomberg уже присутствует в московских магазинах, в ближайшее время появится еще в ряде городов, а новинки, представленные сегодня в Базеле, окажутся в московских и в российских магазинах где-то ближе к концу лета. Спасибо всем!